Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Можно сейчас сделать так, выполнить пир, вот этот, сходить на похорона, на призну, на вот эту. И потом посмотреть, вроде как карты и снаряжение вот мачты здесь продаются. Приветствую, я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком, знаю. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь, пока я хочу просто поговорить. Чем это у вас так вкусно пахнет? А пахнет картами. Элементаль земли, Эридин Бряд Глаз. Казнь. Вторая. Вроде одна у меня есть. И Гоша. Ну и сыграем с ним. Правда сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, партию в Гвинт? От Гвинта я никогда не отказываюсь. Милости прочь. По правде сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, партию в Гвинт? От Гвинта я никогда не отказываюсь. Thank you.
Эй, приятель! Рыба рыбой, а нет ничего лучше хорошей бараньи отбивной. Свежее мясо! Ну, вчера мы... О, осади! Дашь меч подержать? Я принесет заклад, что с хулиганом не справится. Чужеземцы тоже могут участвовать. Идеальная комната для Йен. Она всегда любила простор. И роскошь. Кстати говоря, надо пойти растрясти хабар весь. Ого! Ломать свою жизнь! Мечи за спиной! Ты чего только нам не выдумаешь! Твой сын... Что это значит? Ярко! Бена, лебесток, ромашка. Ромашка, зачем? Эй, ведьмак, не ищешь ли работы? Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Что у нас там по крафту надо посмотреть, по всяким маслам, все сделать. Это все, в принципе, попродавать можно. Так, этого нету вроде. Это надо квест сделать на бабу. Тролля тоже не видел. Так, зелье Петри. Так, глаза нету. Уралиска желудка нету. Вроде бы. Надо глянуть, может и лежит. Это уж подавно. А вот зелье Петри можно сделать. Вот она, эссенция света. Темная пыль. Так, теперь по отварам. Можно один мутаген вытащить да сделать. А вот и желудок, кстати.
Так. Кого это я загасил, что с него такая шкура выпала, я вот не помню. Кого-то же загасил. Один раз только падал, по-моему, для грома. Надо будет еще найти. Запомнить это Василиска. Слюна вампира нужна. Тролль. Шкура, желудок. Лешего бить надо. Так, бомбы. Привет. Позволь, я взгляну. А темной пыли что-то у него нету. А нет, вот она. Черный порошок, наверное, это.
Прощай. Позволь. Прощай. Если первый сломается, то не надо ли тебе чего, мастер? Мечи высший сорт! Покажи мне суп. Будь здоров. Ну хорошо.
хочется. Что-нибудь на... Покажи мне. Прощай. Давно играл в Притоне, ублюдка младший. Я перестал.
Нехорошо мне. Интересуешься книгами? Ты не похож на ученого, но с картинками у меня тоже есть. Покажи мне твои книги. Бывай. Сильнее меча. Вот так, люди. Пожалеете. Страдаю от бедности. А он? Частоты, что стекаются из канала. Если бы ты лучше... Даже сюда! И что же это мать? Глянь! Морда, как у трупа. Глазище, как у зверя. Вот до чего может людей особачить магия. Силушка, я не знаю. А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя мне в глаза. А как же? Ты мутант! Выродок! Бесполезный реликт прежних времен, который нужно сжечь, как засохшую ветку! Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Да при чем здесь? Скольких, я спрашиваю? Есть над чем подумать. Глотку наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Пойдемте, люди. Пристав мужик строгий, так что в корчме не безобразничай. Но ты же хотела косы. Только если не дергать. Если не дергать, косы не получится. Тогда я... Ведьмак! Ведьмак! Карина! Посмотри, кто пришел! Я не знал, что вы теперь живете вместе.
Когда ты сказал, что мои кошмары наслала Сара, я решила проверить, так ли страшен дьявол, как его малюют. Пришла сюда, а здесь никакой не дьявол, а наша маленькая Сара. И не знаю почему, но мы сразу друг другу понравились. Давным-давно люди начали строить города, чтобы отгородиться от мира полного чудовищ. Они так никогда и не избавились от страха перед созданиями, которые могут скрываться по ту сторону каменных стен. Ведь на самом деле, не стены дают людям ощущение безопасности. Дом — это вовсе не то место, где можно закрыться на ключ. Чтобы найти настоящий дом, иногда приходится пройти долгий путь. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошел магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением Цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Столько! Это еще почему? А эта микстура зачем? Чтобы волосы росли. А что? А. Это за ним? Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Чучело единорога. Не представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала. Как всегда, черная и белая. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником Тиса и Деврие. Мегаскоп. Я смотрю, она без него никуда.
Как говорила Филиппа Эльхарт, мегаскоп – вещь столь же личная, как зубная щетка. Не думал, что когда-нибудь решусь на такое, но чего не сделаешь для... Да. Кто для меня Йеннифер? Берегись, по горам разбойники растут. Ты чужой, думай, куда идешь. Заклад, что с великаном не справится. Для друзей у нас есть сердце, а для врагов... Вперед, плотва! Эй, ведьма! Не ищешь ли работы? Не трогай! Приветствую. Что хочешь купить? Покажи мне свой товар. Бывай. На! На что ты уставился? Бран был великим владыкой, и ему нужен достойный преемник. Кажется, госпожа, ты говоришь о ком-то определенном. Беда Скеллиги в том, что здесь нет наследственной монархии. Любой выскочка может стать королем и пустить прахом достижения предшественника. Король на островах — фигура скорее символическая. И это тоже нужно изменить. В наши времена нужна сильная централизованная власть. Я Геральт, ведьмак. Бирна, королева Скеллиги. Приятно познакомиться. А теперь ты должен меня простить. Меня зовет Долг. Отличный наряд. Благодарю. Ты ослепительный. Знаешь, мне не хватало тебя и твоей искренности. Я рада, что мы здесь вместе.
Не люблю я ни пиры, ни похороны. Знаю. А еще ты не любишь путешествий через порталы и картофельных оладий с сахаром. Но иногда приходится потерпеть. Пойдем, а то все перепьются. И разговаривать будет не с кем. Точно. Не знаю, чего хочет Крах, но навстречу мы должны прийти с ясным рассудком. Я не буду пить. Не хочу притуплять чувства, когда ты рядом. Ты и дальше собираешься расточать мне комплименты? Я собираюсь говорить то, что думаю. Новая неприятность. Это еще что? Гер, ты думаешь, я надела вечернее платье, чтобы демонстрировать его тюлени? Я только хотел подышать свежим воздухом. Хорошо. Когда проветришься, ищи меня у входа в пиршественный зал. Привет тебе, Белый Волк. Я ждал, что ты заглянешь. Да что там, был уверен. Да. Лучшая мастерская доспехов на всем Скеллиге находится именно здесь, в Каэртрольде. Воспользуюсь случаем в этом убедиться. Осмотрись. Не спеши. С удовольствием взгляну на товары. Вот они, карты. Школа медведя. Ну это все барахло можно выиграть на скачках потом как-нибудь. Будь здоров. Значит, вернулся? С удовольствием. Будь здоров. Я за тобой слежу. На прощальный пир? А у нас полный воз добычи, отбитый у черных. И мы привезем вина из отдаленных святилищ Мелители. Интересно, что больше порадует Брана? Наша жратва или наши трофеи? Для друзей у нас есть сердце, а для врагов топор. Помни об этом. Мы наделали. Бледный ты. Тоже вчера выпил. Госпожа Йеннифер, господин. Привет тебе, Арнвальд. Мой товарищ, Геральт из Ривии. Большая честь для меня. Рад встрече. Гостей собирается немало. Каждый хочет проститься с королем и увидеть претендентов на корону.
Мы хотели поговорить с Крахом Анкрайтом. Ярл скоро будет. Он выделил вам почетное место рядом со своей дочерью Эрис. Прошу за мной. Нас посадили здесь. Я сама его об этом попросила. Хотела познакомиться со славным ведьмаком Геральтом. Мы уже встречались, ты не помнишь? Это было так давно. Ты навещал нашего отца, когда мы с Хьялмаром были детьми. А теперь представлю наших сотрапезников. Это Хальбьорн, сын Хольгера Чернорукого. Это Лугас Синий, первенец Лугаса Безумного. А с сушеной треской сражается Одрик Анхиндер. Похоже, нас посадили с сыновьями ярлов. Керис Анкрайт, дочь ярла Герн. А дочери ярлов ничем не уступают их сыновьям. Вы, наверное, уже поняли, что каждый из них только и мечтает стать преемником Брана. Керис завидует, потому что тот из нас, кто отличится самым славным деянием, станет королем. Все знают, что деяниями состязаются только на показ. На самом деле все будет так, как решат ваши отцы. А вы думаете, о чем еще они говорили с Крахом? Ты говоришь так, потому что сама ничего не можешь. Помнишь, как Хьялмар вызвал смельчаков бежать на гору на перегонки? Он прибежал первым и вбил свой топор в пенек на вершине. А тебя там не было. Ты грела свои цыплячьи косточки у очага. Почему ты не ответила на вызов? Не твое дело. Но я бы победила. И тогда, и сейчас. Слово о Хьялмаре, а где он? Мой брат гуляет сам по себе. Впрочем, может, повторим состязание? Я любого одолею, хоть бы и ведьмака. Если я возьму над ним верх, это будет настоящий подвиг. Согласны? Зависит от того, согласен ли ведьмак. Геральт? Я с удовольствием. Какие правила? Выигрывает тот, кто первым вырвет топор Хьялмара из пня на вершине. Если сойдешь с тропы, то проиграешь. А я уж думал, наблюю тут со скуки. Начнем! Пришли! Отсюда вы отправитесь на вершину вон той горы. На вершине есть дубовый пень. Кто вырвет из него топор Хьялмара, тот и победил. Я готова. Начинайте, когда я протрублю в рог. Я был впереди всего на волосок. Так не бывает. Есть только победа или проигрыш. Я проиграла. Лучше вернемся на тризну. Давай. Пир-то уже в самом разгаре. Мы потеряли вас из виду. Кто победил? Я проиграла. Ты проиграла ведьмаку, перепелочка. Всякий из нас проиграл бы. Хватит этой болтовни, давай выпьем.
Сегодня не выйдет. И у меня на то есть причина. Так когда же, как не сегодня? Благодарим за компанию. К сожалению, нам уже пора. Разве? Нам надо поговорить. Но не здесь. За этой дверью ты все узнаешь. Чего вдруг? Нужно уйти в последнее плавание с королем. Все отбили добычу. Что ты говоришь? Скажи мне честно. Ты вот узнал по внутренностям зверей. Милость. Наши острова ждут тяжелые времена. Вот это да. Скажи мне, Лугас. Не то, что мой. Позвольте представить Геральта из Ривии, ведьмака. А это ярлы, донор Анхинтер и Лугас по прозвищу Безумный. Называть Лугаса безумным – оскорбление для безумцев. Он обычный долбошлёп. Назови меня еще раз долбошлёпом, и я отрежу тебе башку, насажу ее на кол и носу в дырку от шеи. Хватит. Время решить спор здесь и сейчас. Вот напугал! Я уж портки навалил! Смотри, мудло, покалечишься! Я слышал, во время пиров на Скеллиге нельзя обнажать оружие. Я знаю священные обычаи. Но пусть и Лугас знает, что я не позволю опустошать Хиндерсфиаль. Не боюсь я тебя, донор. Скоро я приплыву, выдеру жриц, напьюсь из твоего кубка и насру тебе на стол. Жди меня. Вот бы обрадовался император, услышав ваш разговор. Милости просим, его императорское величество, к нам на огонек. Пусть приходит. Мы черных не боимся. Грабить прибрежные деревни вы мастера. Только настоящая война с регулярной армией. Дело другое. Гляди, какая языкастая! Иди-ка, ведьма, мешать в котле и своди чири. И не болтай о том, про что не имеешь понятия. Успокойся, Лугас. Ни одна баба не будет учить меня воевать! Я и не собиралась этого делать. Пойдем, Геральт. Думаю, тема для разговора исчерпана. Ну, конечно, не слабак. Зачем всем заклад, что с великаном не сделал? Что теперь? Теперь мы нанесем визит в лабораторию Мышавура. Ты не говорила, что он нас пригласил? Он не приглашал. Я так понимаю, Мышавура там не будет? Верно. И какова цель нашего визита? Мы ищем одну вещицу. Маску Урабороса. Она нам понадобится. Пойдем, Геральт. А теперь ты расскажешь, зачем тебе маска Урабороса? Разумеется. В свое время. Я так понимаю, когда это время наступит, решать будешь ты. Угадал.
Да. Спрячемся за гобеленом. Воробей чирикает, скворец свистит. А галка что? Галка галдит, чиж пищит, журавль курлычет, а павлин вопит. Ястреб клекочет, жаворонок звенит, голубь воркует. Все. Соловья забыл. А, соловей поет. Еще чуть-чуть и... Да. Да. Так просто не откроешь. Это еще не все сюрпризы. Видишь воронов? Трудно их не заметить. Они шпионы для Машавура. Наверняка лаборатория где-то здесь. Кстати, я чувствую магическую ауру. Иди сюда. Мы вылезем через окно и пройдем по карнизу. Дал я зрелище и поотвратнее. Геральт из Ривии. Романтическая версия. Какое интересное хобби. Особенно для друида. Надо думать, Машавур очень любит живую природу. Выглядит как живой. Вода в миске. Это для телепроекции. Посетители разговаривают с отражением Машавура на поверхности. В Каэр-Морхене у нас был один такой. Я тебя умоляю. Охотник в такого оленя стрелу бы пустил. Ты что? Порезался.
Тут заперто. Звери ожили. Берегись, Ян. Монстры. Я чувствую. Они приближаются. Они повсюду. Одним меньше. Пахнет грибами. Нет. Скорее, это пахнет солнечным от солнца, Айр. Что происходит? У тебя были галлюцинации. Ты начал рубить все вокруг. Мне пришлось тебя успокоить. Выглядело это, наверное, странно. Изнурительные тренировки в Каэр Морхене окупились сполна. Ты одолел почти все чучела зверей. Ну не надо. Ладно. Мы прошли испытание чучелами. Дверь открыта. Идем внутрь. Я закрою проход, чтобы никто ничего не заподозрил. Вот и мастерская нашего друида. Надо ее обыскать. Маска Урабороса должна быть здесь. Письмо с печатью Мышавура друидам. Он предупреждает их о тебе. Чудесный мир инсектоидов. Ритуальные растения. Вот, пожалуйста, литературная биография Раймонда Марлёви. Трубка. Похоже, Мышавур заказывает себе настоящий табак. Предание Скеллиги о дикой охоте. Островитяне верят, что призраки плавают на Драккаре из ногтей мертвецов. Шишка. Кто бы мог подумать, это женский плод. Череп ребенка? Меч в камне. Может вытащить? Не видишь, что ли? Он зажат тисками. Палочка Мышавура. Друиды их почти не используют. Козлик из липового дерева. Здесь есть подпись. Дяди Мышавуру. Это сделала Цири в детстве. Когда он был ее учителем, она так его называла. Такой мастерской не постыдились бы даже имперские алхимики. О, бульварное чтиво. Труп из Новиграда. Автор Саша Гади. Краснолюдский. Тройной выдержки. Здесь также подробная карта королевств Севера. Сферы влияния в разные периоды. Больше не актуально. Похоже, Мышавур кладет что-то в руку этой статуи.
Как насчет кружки меду? Статуя, не статуя, всем будет нужна выпивка. Похоже, сработало. Мышавур любит развлечься за чужой счет. Чувствую, маска будет в этом помещении. Пришли. Вот она. Надо вернуться на пир, пока... Решетка по-прежнему закрыта, надо что-то придумать, и побыстрее. Да. Сучий друид нас отравит. Этот газ убьет нас за несколько минут. Телепортируй нас. Подумай о чем-нибудь. Быстро! О чем угодно! Держись за меня! Зачарую иглу.
Постой. Что еще? Крах нас уже ждет. Плевать, пусть ждет. Я очень по тебе соскучился. Сожгла бы уже эту рухлядь, сколько можно. Жалко зверушку. Столько воспоминаний. Геральт, ты знаешь, сколько они стоили? Иди сюда. Надо торопиться. Крах ждет. Ах так? Йен, отпусти гриву. Знаю я тебя. Ты тут же нас скинешь. Даже не пытайся. Я скучал по тебе. Я тоже по тебе скучала. Пора возвращаться. Мне надо одеться. Отвернись. Кранкрайт спрашивал о вас. Мы вышли подышать свежим воздухом. Через минуту выйдут претенденты на корону. Помните, величайшая доблесть — сражаться с бестией, проклятой людьми и богами. Высший подвиг — подвиг на службе богини. Прекрасно сказано. Спасибо. Все запомнят твои слова. А теперь начнем. Мы проводили Брана в иной мир. Теперь выберем его преемника. Король должен быть мудр. Король должен быть уважаем. У короля должны быть яйца. Среди нас таких немало. Пусть выйдут те, что считают себя достойными трона! Не смог сегодня прийти. Вот его топор. Вот его воля. Пусть победит лучший. Или лучшее. Что ей взбрело в голову? Она твоя дочь, разве нет? Теперь-то я знаю, зачем она сказала мне, что собирается на спикеровок. Дети. Чем они старше, тем больше с ними хлопот. Значит, нельзя откладывать наш разговор. Идем.
А что было с Цири, когда она вошла в девичий возраст? Я помню, какими были ее бабка и ее мать. А говорят, яблоко от яблони далеко не падает. За ней невозможно было уследить. Она всегда стояла на своем и все делала по-своему. Почему ты спрашиваешь? Она одного возраста с Керис. Но о моих детях позже. Сначала поговорим о ваших. Йеннифер говорит, что Цири попала в беду, и что вы ее ищете. Именно так. Если понадобится помощь, золото, корабли, что угодно, только скажите, я дам вам все. И я точно знаю, что девушка жива. Когда проливается кровь дочерей Рианон, море безумствует. Я бы запомнил такой шторм. Нам нужна твоя помощь. Похоже, Цири была на Скеллиге. И устроила взрыв на побережье. Тот, которым занимаются друиды. И взглянуть на который нам не дает Машавур. Точнее, мне не дает. Мы с ним из-за этого уже поссорились. Об этом не беспокойтесь. Друиды не доверяют чародеям. Но сердце Машавура на правильной стороне. Наверное, он просто не знает, что вы ищете Цири. Это не его дело. Я так и думал. В любом случае, Арт Скеллиг — моя земля. И вот тебе мое позволение. Изучай все, что считаешь нужным. Спасибо. Не за что. Когда-то я принес клятву и намерен ее сдержать. Арнвальд! Передай друиду, что я должен с ним поговорить. Там же, где всегда. У меня есть еще одно дело. На этот раз касательно моих детей. Помнишь Хьялмара? Так вот, он поклялся убить великана из Ундвика и еще не вернулся из похода. А Керис тут заявила мне, что отправляется в собственный поход. Вбила себе в голову, будто у Далерик не псих, что его прокляли. Великаны вымерли столетия назад. Кто-нибудь видел гиганта из Ундвика собственными глазами? Десятки беженцев. Великан опустошил остров, а остатки клана Тордорох я приютил на Артскеллиге. Я слышала, что перед появлением великана на Ундвике стояли небывалые морозы. Это правда. Ну, так или иначе, Хьялмар решил, что убить великана и отдать остров людям – поступок, достойный короля. Сын собрал немалую дружину в Новой Гавани. Они должны были отплыть на Ундвик, а оттуда пешком добраться до Урскара. Это деревушка небольшая. И вот думается мне, что для таких молодцев охота на великана затянулась. А потому вот моя просьба. Для начала поспрашивай людей в Новой Гавани. Может, кто что знает о планах Хьялмара? Ты хочешь, чтобы я помог Керис снять проклятие? Нет никакого проклятия. Керис решила пойти по стопам Хьялмара и ищет подвига, достойного королевы. Зачем в таком случае моя помощь? Ведь ты, как я понимаю, хотел меня об этом попросить? Дело в том, что я ни на грош не доверяю Удалерику. Керис не послушает ни меня, ни брата. Но если настоящий мастер объяснит ей, что она ошибается, то, может быть, она и опомнится. А потому прошу, объясни ей все как есть и верни ее обратно. Странно, что ты сам не участвуешь в борьбе за корону. Тебя многие бы поддержали. Сомневаюсь. Логос Безумный скорее поддержит нильфгаардцев, чем меня. Кроме того, мужчина должен знать, когда следует уступить место молодым.
Если Хьялмару и Терес нужна помощь, я помогу им. Благодарю. Если все всех поблагодарили, пора браться за работу. Надо понять, Цири по-прежнему на Артскеллиге или нет. Я оденусь поудобнее и сама тебя найду. Отправляйся на юг. Аномалия, которую нам нужно исследовать, уничтожила полосу леса у берега. Славный получился пир крах. До свидания. Ну вот, и 20 уровень. Как раз надо чертежи искать. Хотелось бы, конечно, чтобы они уже были готовы. Ну да ладно.